Здравствуйте, наши дорогие подписчики. Вот мы пришли поздравить самого лучшего сына. Сына Тимур Камалова. Камалов Дильшот Тимуровича. Вот пришли поздравить. Вот шарики от бабушки, от цветочный магазин Сирен. Вот такой машинка. Ну, наверное, скоро будет подарить папа. Самую лучшую машину. Это, наверное, для мужчины. Мерседес. Сейчас последний модель, я не знаю, как бы. Очень приятно будет скоро. Ну, когда будет, наверное, 18. Но у нас вот шарики готовы, торты готовы, музыкальные, все композиции, все готово. Ждем именинника от магазина «Цветочный магазин Сирен». Это вы, наверное, да? Тимурович, а? Камала Тимшот Тимурович. Ооо, Мерседес-Бенц идет. Давай, зайдем, да, сюда? Да, идем. Опа, идем к тебе. Это от любимой бабушки. Это от любимой бабушки. Да, вот. Давай, вас будет моя дегеритон. Поздравим сейчас. Да. Сейчас. Да, смотри. Когда взрослый будет, смотри мне. Когда 18 будет, наверное, выйдет. Да. А, да, да. Теперь дадим дома. А, молодец. Давай. Хотели поздравить. А, слышал, не слышно? Мишачек, да, идем. Иди ко мне. Давай, иди. Красавчик! Мы пришли поздравить Дильшота от любимой бабушки. От бабушки. Вот это шарики, вот это вот мерсик. Вот мерсик тоже снимает. Да. Нас бабушка отправила. Сейчас. Вот. Подарок дарили. Сейчас будем. На, Дильшота. Вот лежите, да. С днем рождения. С днем рождения! Поздравляет! Значит, спасибо огромное цветочному дому Сирень. Самой любимой бабушки. От имени бабушки Шадыева Дильшот Турсуновны. Идем сюда, бабушка, поближе. Да, конечно. Да. Итак, что вы скажете? Так, ребята, большое спасибо вашему цветочному дому Сирень. Вы всегда оказываете очень такое внимание, пристальное внимание, я вам скажу. Дай Бог, что все праздники были такими же, как у Дилика сегодня. Дилику сегодня годик исполнят. Пусть ему исполнится 100 лет. Пусть ему исполнится, все его исполнится желания, какие он захочет. Чтоб стал главным человеком. Как папа. И, да, как папа, хорошим, воспитанным, умным, образованным. Чтобы и у вас вот так мечты сбывались. Большое вам спасибо. Все начали. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Теперь торт донеси. Отлично. Это девочки, happy birthday. Принесите тарелочки, тарелочки. Гульшана, тарелочки принеси. Это сделай как там. Закройте, пожалуйста. Да. Чтобы свет нам это сделать. Да. О! Свет надо это такой сделать. Выключили. Нет, папка может быть на улице. Да, хорошие желания скажите. Отдельшота. Давай поздравим. Мамаша скажет, тетя скажет. Где мама? Где мама? Где мама? Как его вы? Так, идем сюда. Гульшана. Гульшане идем, Мардик идем. Гульшана, Мардик идем. Все свои пожелания. Быстро, быстро. Время уходит, быстро идемте. Так.
У нас праздник сегодня. Нам сегодня сад подорожник. Ну что, идем? Идем. Все успехи, чтобы у него было. Мы все его любим. Да. И поздравляем с днем его рождения. Спасибо огромное. Так, теперь продолжение следует. Вот сюда ставим торт, ребята. Так, ножик, принеси ножик. Первый год, он значит с вами вместе есть этот год. Вот мы да, подготовили так, горячее на второй год. Это все сладкое. Пожалуйста, проходите. Вот этот ножик снимать. Очень красивый. Да. Вот. А теперь, пожалуйста, чуть-чуть двигаем стол сюда. И все садимся за стол. Сейчас наш именинник порежет торт. С папашей вместе давай. Режь. А это вот сюда поставим. Да, вот столчик выбан. Да, на стульчик привяжи. И годик вот сюда поставим пока, да, вот этот годик. Смотрите, какой он красивый. Вот. Мы его вот сюда поставим. Ничего. И тортик перестарожен. Нет, я вижу, я все вижу. А же тортик, да, сам он тортик. Вот так все справляют дни рождения, годики своим не этим, не варашкам, и варашкам, да? Вот. Так, вы тоже заходите, музыку ставьте, попляшем сейчас, потому что годик это тоже очень такая дата символическая. Проходите, ребята, садитесь. Так, давай. Тимур, а досочки давай кун? Да. Закуски. Это, принеси это, да, кока-колу, принеси. Вот отсюда возьми кока-колу. Кока-колу возьми. Что ребята будут? Фанту, кока-колу, да, чай. Давайте. Итак, цветочный дом сирень вместе с нами сейчас справляет день рождения нашего юного принца Дильшодика. Мы сейчас порежем вместе тортик и поедим его вместе с ребятами цветочного дома сирень. Для начала давайте мы сегодня познакомим, давайте, кто пришел, кто поставил. Да, да, обязательно, да, да, потому что цветочный чтобы дом... Чтобы все запомнили, да, приглашали их побольше, вот. Да. Приглашали на все торжества, какие у них проводятся. Да. Так, давайте. Поехали. Один из основоположников цветочного дома сирени, его знают все, Джахангир Джон, он всегда вместе с вами. Поздравляем. Поехали дальше. Дони, наш красавчик, очень любит поздравлять, да. Хорошее настроение дарить. Все девочки от него без ума. Молодец, Доник. Спасибо. Камарджон, Камарджон, Камарджон. Самый такой маленький. Самый маленький, но удаленький. Камарджон, он у нас спасатель. Он у нас, как говорится, супер-драйвер. Такси 10 отстает от него. Почему? Потому что у нас есть специальный дамазик. Вы это знаете. У него есть даже крылья, которые умеют летать. Это наш Камар. Наш, дай Бог ему здоровья. Ну, конечно, еще один парень есть, который сейчас на данный момент снимает. Так, дорогие друзья. Это Джасур. Супер-мега-блогер. Все девочки, без ума от него, пожалуйста. Итак, Джасур, как видите, это родной братишка Джахангира. Еще не женат, так что, девочки, спешите. Итак, Джахангир, Джасур, Камар, Дони, цветочный дом сирень. Ну и, конечно же, я, дорогие друзья, Тимур Камал вместе с вами. Давай. Бисмиллахи рахмун рахим сатта торта бур. Ана. Ана молодец. Харсак. Харсак. Так, теперь лопаточку. Где там лопатка? Иди принеси лопаточку. Мальчишни тут подарит он яхтаги торт. Серьезно, давай, проходите. Давайте. Итак, дорогие друзья, как вы видите, настроение на высшем уровне. Цветочный дом сирень всегда радует.
всегда вот, закуска вместо шампанского. Давайте сами. У нас сейчас доставка есть еще. Нет, ну 5 минут доставка. 5 минут заходим. Мы на 5 минут. А пока вы можете посмотреть наше оформление и так далее. Пожалуйста. Да. Лопатку принеси, давай. Лопатку принеси, всем положим. Я жду свечок. Чёрта. Давай, 4 кусочка. Да, она мне... Мои дети мать забирают, мы их никого на коме. Хай дубулок, сами там разберёшься. А мне дубулок не мамы. Майя, дубулок не мамы. Анна! 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 Бит, бит, бит! Хорошо. Бит, 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 бит,